Фестиваль классической музыки в грузинском Цинандале бросает вызов пандемии коронавируса. Обычно двухнедельное мероприятие было сокращено до 4 дней из-за правил социального дистанцирования. Его открыли уроженка Грузии, скрипачка из Германии Лиза Батиашвили и грузинский национальный филармонический оркестр под управлением Николоза Рачвели. Фестиваль продвигает молодые таланты. 23-летний французский пианист Александр Канторов счастлив, что может выступать, несмотря на эпидемиологический кризис. Конечно, это тяжелые времена для всех, поэтому здорово, что люди борются и вроде как стараются все же ходить на концерты, несмотря на все ограничения, проблемы, нехватку денег. Здорово, что мы до сих пор проводим такие мероприятия, потому что публика нужна нам так же, как, я надеюсь, и мы нужны ей. Шведский скрипач Даниэль Лазакович выступает с аргентинским пианистом Нельсоном Гёрнером. Лазакович – самый молодой участник фестиваля, ему 19 лет, но это имя уже хорошо известно в мире музыки. Ярчайшая звезда фестиваля – аргентинская пианистка-виртуоз Марта Аргерих, концертный график которой также пострадал от пандемии. «Мы живем в большой неопределенности. Но мы можем адаптироваться к ней. Публика здесь в целом невероятно восторженная и такая замечательная. Знаете ли, когда я была на концерте как зритель, я была очень тронута. Ведь это был первый концерт с начала пандемии». Марта Аргерих сыграла с Нельсоном Гёрнером, одним из лучших классических пианистов современности. Фортепианный дуэт двух соотечественников, которые неоднократно выступали вместе, прозвучал на этот раз в грузинском Цинандале в программе Дебюсси, Моцарт и Рахманинов.